Специальная комиссия выехала по нескольким адресам в Щелкове посмотреть, как выполняется программа ремонта подъездов. В списке значились многоквартирные дома по улицам Талтинская, Шмидта, Заречная и Космодемьянская. Основная задача – проверить ход текущего ремонта, а там, где работа на этапе завершения, дать оценку и нанести, что называется, завершающие штрихи. К слову о штрихах. Ярким примером положительного результата ремонтных работ стало вот такое художественное оформление подъезда в доме номер 8 по улице Космодемьянской. Художник, жилец дома, по договору с управляющей компанией вот так украсил свой подъезд на радость себе и соседям. Красота спасет не только мир, но и подъезды многоквартирных домов. Вот такие удивительной красоты рисунки можно увидеть в подъезде дома на Космодемьянской. Надеемся, что жители оценят и сохранят эту красоту. А вот, как говорится, на контрасте подъезд дома номер 8 по улице Талтинская. Здесь ход работ сильно затянулся. В том числе проводим проверку текущего ремонта, проведение текущего ремонта. Значит, совместно с управляющей компанией и председателем совета многоквартирного дома сделали ряд замечаний в отношении управляющей компании. То есть вот это покрытие, которое мы видим здесь на стенах, на верхних этажах этого подъезда производится покрас уже. Однако, когда мы приступаем к покрасу, значит, разнится шпаклеванный слой и, соответственно, старой штукатурки, нанесенной. Сделали замечание подрядной организации, соответственно, управляющей компании для того, чтобы привели в единый стиль в виде нанесения текстурного рисунка или же шпаклевания полностью стен в едином стиле. Осложняется ситуация еще и взаимным непониманием. Жители и управляющая компания никак не могут прийти к соглашению по ремонтным работам, и на то есть свои веские причины. Ну, здесь очень низкая степень готовности, здесь разногласия есть управляющей компанией и жителями, которые являются заказчиками на самом деле проведения этих работ. И замечаний очень и очень много. Очень бы хотелось, чтобы был налажен конструктивный диалог между управляющей компанией и жителями, и чтобы работы проводились более качественно, и, соответственно, чтобы жители могли быть удовлетворены состоянием подъездов. А вот для примера подъезд дома на улице Заречной, 8, корпус 1. Зданию чуть более 4 лет. Однако у жителей возникло желание освежить косметический ремонт и устранить некоторые недостатки. Данный дом введен в эксплуатацию 4 года назад. В прошлом году собственники потребовали сделать ремонт подъездов, соответственно. Но им было доведено, что в соответствии с постановлением 170-м Госстроя Российской Федерации текущий ремонт подъездов проводится один раз в 3-5 лет в зависимости от состояния, соответственно, подъезда. С учетом того, что дом еще новый, в прошлом году было отказано проведение ремонта. Было доведено до жителей, что на следующий год, то есть на 2019 год, этот будет дом включен в программу ремонта подъездов по софинансированию. Проехала комиссия еще по нескольким адресам на улице Шмидта. Здесь подъезды также не оставили без комментариев и замечаний, которые силами управляющих компаний и подрядчиков в скором времени должны быть учтены и исправлены. Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.